Чема Исраэль, Адонай, Эл-Охейну, Адонай Эхад. Салам, друзья! Я сегодня хочу поговорить с вами о таком библейском понятии, как завет соли. Это понятие впервые в священных писаниях встречается в книге Вайкра, в книге Левит, 2 глава, 11 стих. «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должно вы сжигать Господу». Квасное, оно является символом греха в священных писаниях. И Писание запрещает приносить квасное, в приношение к Господу. Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание. Всякое приношение твое, хлебное, соли солью, и не оставляй жертвы твои без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль. Мы видим, что Всевышний поручает священникам, которые были из колена Левина, пересыпать жертвы народа Израиля солью. Жертвы или плоды, которые приносили Израиль, это было символическим отображением народа Израиля. И священники, они являлись именно тем народом, который пересыпал солью эти жертвы. Иными словами, они являлись символом того предохранения этих жертв, от разложения. Соль, она имеет качество, качество антисептика. И соль, она также имеет еще одно свойство. Оно ни при какой термической обработке не изменяет своих свойств. Оно по-прежнему остается соленой. И это важно понимать, что огонь не влиял на свойства соли. И жертвы, которые были приносены, они предохранялись от разложения. Знаете, э, в книге «Чисел» В 18 главе еще раз повторяется эта мысль о завете соли. 18 глава, 19 стих. «Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилева Господу, отдаю тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою, уставом вечным. Это завет соли вечный, пред Господом данный для тебя и потомство твоего с тобою». Я хочу обратить ваше внимание, что завет соли заключен с коленом Левина, с народом священников еще с одним мужем Божьим был заключен завет соли, и этот завет был заключен с его потомками. Во второй книге Паралипоменон, 13 глава, есть такой стих, 5 стих. «Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли?» Я хочу обратить ваше внимание, что завет соли был заключен с двумя категориями людей, с двумя категориями людей, помазанными категориями которые были помазаны елеем на определенное служение для народа Израиля. Это царь Давид и его потомки, и Аарон, и потомки Левия. Это важно понимать, потому что Ишуа есть Машех, он является этим помазанником. И сегодня мы понимаем, что с народом Израиля заключен Вечный Завет вечный завет. И Дух Святой по условиям этого завета, он сегодня обитает в сердцах всякого, кто принимает Мессию Израиля, царя Израиля, еще как своего Господа. Он входит в этот вечный завет, завет соли. И закон Божий, он написан Духом Святым на сердцах тех людей, которые принимают Мессию Израиля, своим Господом. В этот завет сегодня также могут войти верующие не евреи. Им достаточно, достаточно поверить, что Ишуа есть Машех, Мессия Израиля. И они также сегодня вступают в этот завет. Важно понимать, что завет соли, он вечный завет. И завет сегодня в восточных странах, люди при заключении завета, они съедают соль. Как знак того, что этот договор между ними, договор вечный, и он не может быть нарушен. Это договор мира, который говорит о вечных обязательствах тех, кто вступает в этот договор, не нарушать его. Сегодня мы вступаем в этот договор с нашим Машехом. Вечный договор. Через то, что Дух Святой, он живет в наших сердцах. От Матитьягу, Евангелия от Матфея, 5 глава, нам понятным слова Ишуа. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сможешь сделать ее соленой. Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Важно понимать, что это выражение на самом деле является идиомой, потому что соль, она не, не перестает быть соленой. Она все время остается солью, и никакая термическая обработка не влияет на качество соли. И сегодня э, по, по традиции по еврейски принято считать, что э, в храмовом служении использовалась соль, которая была добыта с берегов Мертвого моря. Знаете, интересный момент, на который бы я хотел бы обратить внимание. Сегодня мы понимаем, что вступая в Завет с Богом, мы являемся этой солью, как священники Нового Завета в Царстве Мессии помазанном царстве царя Израиля. Мы благодарны сегодня, что у нас есть возможность быть тем антисептиком, который предохраняет этот мир от разложения. И мы сегодня понимаем, что все жертвы, которые мы приносим, это жертвы хвалы, благодарения, общения, которые Всевышний повелел приносить в Новом Завете, в Бритхадаша, они должны быть приносимы в силе Святого Духа и наша жизнь, и наше хождение в Святом Духе, оно должно являться свидетельством для всех людей, которые окружают нас. И мы должны своей жизнью осолять этот мир, то есть предохранять этот мир от разложения, чтобы люди, которые находятся рядом с нами, общаются рядом с нами, видя силу Святого Духа в нас, они переставали делать то, что они делают, то есть переставали грешить. И то есть э, мы своей жизнью являемся именно этим антисептиком, который предохраняет и пересыпает этот мир от разложения. Это и есть функции соли. Указать на то, что мы, как верующие Нового Завета, являемся неизменных вечных отношениях с Богом Израиля. И своим поведением, своей жизнью свидетельствуем о том, что грех однажды, он будет побежден. Знаете, на что я хотел бы обратить внимание? Сегодня многие верующие, они перестали выполнять эту функцию, функции соли. Они легко соглашаются и идут на компромисс. И сегодня, если мы живем, и люди не стесняются делать то что они делают в нашем присутствии продолжают делать какие-то греховные вещи значит возможно мы сегодня потеряли это качество соли и Машех, он предупреждает, что соль, она такая, ни к чему не годна. Это значит, что если ты сегодня испачкался, или я испачкался, значит, нам нужно что-то пересмотреть в своей жизни. Значит, нам нужно сегодня постараться вернуть свои качества. И это можно сделать через покаяние и обращение к Ишуаха Машеха, который прощает все наши грехи через э, свою жертву. И благодаря его крови мы можем покаяться и восстановить эти отношения. Я сегодня хочу помолиться за тех людей, которые потеряли эти свойства соли, которые своей жизнью перестали свидетельствовать то, что они находятся в вечном завете с Богом Израиля и то, что они сегодня не являются тем антисептиком, предохраняющим общество от процесса брожения, процесса гниения. Я сегодня помолюсь и хочу благословить тех людей, чтобы они вернулись к своему призванию и стали тем, кем и хочет видеть Всевышний, народом священников в Царстве Мессии. Дорогой Отец Небесный, во имя Ишуа Мессии, я сегодня ходатайствую и молюсь за тех людей, кто, возможно, разочарован, кто, возможно, сегодня пошел на компромисс с этим миром, миром и которые потеряли сегодня это свойство, влиять на этот мир. Я прошу тебя, Роха Кодыш, Дух Святой, благослови сегодня этих людей и ободри. И дай им сегодня силу, Господь, с дерзновением говорить Твое Слово и своей жизнью, своими поступками влиять на поведение этого мира, сохраняя его от дальнейшего гниения. Благослови. Иви яви свою милость, яви свой шалом. Во имя Ишуа Мессии. Амен. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб нас насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, E Sila, e Slava, vai ver Amém.